Всем привет, мои дорогие друзья! Сегодня я вам покажу покупки с Египта. Что я приобрела в этот раз, что приобрела также в прошлую поездку, что можно купить, какие сувениры можно взять, какие продукты питания, никакую одежду. Ну, начнем с сувениров. Вот такую кошечку можно купить на рынках Шарм-эль-Шейха. Всего за $12. Эта кошечка должна быть в каждом доме такая. Она символ благополучия, символ удачи. Вот такая статуэтка царицы Нефертити. Ну, она немножко подороже, по $15. Кружечка. Очень хорошо дарить, потому что она недорогая. Всего $2 стоит. Вот такая кружечка. Затем дочка мне подарила вот такие масляные духи египетские с запахом жадора. А здесь я не знаю сколько. Ну, довольно-таки вот моя рука. Довольно-таки большая бутылочка. Стоит $3,5. Очень устойчивые они. Затем приобрела в этот раз вот такую вазочку. Она мне очень понравилась. Стоит $8. Вот такая вазочка. Вот такая статуэтка сфинкса. Всего стоит $2. Затем папирус. Вот такая небольшая картиночка. $1 стоит. Полотенчики. $2 стоят такие полотенчики. Они небольшие для кухни, для рук, для лица. С одеждой я взяла детям футболки по $2, но я уже им отдала. Затем себе взяла вот такую футболочку. Стоит она $4,5. Дочка взяла папе вот такую футболку тоже. Стоит $4,5 также. Затем я в этот раз купила вот такую тарелочку. По $5. И купила набор вот таких подставок. Они отдали вот этот набор. Здесь 6 штук. За $5. Вот такие подставки под горячие, под стаканы, ну, под какие-нибудь горячие блюда. Очень хорошо дарить их вместо магниток, потому что магнитки уже всем приелись, а вот эти вот подставочки прям симпатичные, в самый раз дарить их. Так, затем я взяла вот такое масло черного тмина. Клеопатра. Улучшает иммунитет от сахарного диабета, омолаживает организм. Ну, в общем, если вам интересно, то почитайте в интернете. Вот такая бутылочка стоит $10. Но можно сторговаться и дешевле. Мы уже сегодня выпили по чайной ложке. Утром надо пить натощак. И вечером перед сном. Затем я взяла черный чай со вкусом манго и со вкусом розы. Вот такой один пакетик стоит $1. Здесь 200 грамм. В прошлый раз я привозила такой чай. Мне он очень понравился. Затем я взяла сладости. Взяла вот такие конфетки. Или нуга, как она называется. Здесь 12 штук и стоит $10. Тоже очень выгодно дарить всем. Ну и самим тоже покушать. Они такие большие. Я уже пробовала, очень вкусненькие. Затем вот это финики в кунжуте. Стоит $2. Так, кошечку уберу, она немножко мешает.
И вот такой рахат лукум по $1.5. И вот такие конфетки они дали нам в подарок за то, что мы купили много. Вот эти рахат лукум идут в подарок. Затем я купила манго. Манго там очень вкусные. Стоят они $1. Есть по $1.5 и есть по $2. Ну, я взяла по $1.5. Мы уже поели их, они очень вкусные. Вывозить манго можно в багаже. Я думала, что вывезу в ручной клади, поэтому упаковали они мне в коробку. Оказывается, в ручной клади нельзя вывозить, и пришлось сдать в багаж. Но ничего. То есть в багаже она не очень помялась. Там 2-3 штуки помялись, а остальные все в целости и в сохранности. В общем, если поедете в Египет, то фрукты можно вывозить только багажом. Duty free. Как же не отовариться в duty free? Потому что там все товары, все необычные. Так, в магазинах таких товаров нет, как duty free. Я купила вот такие вафельки. Они стоят $4. И купила вот такие орешки за $7.5. Вот и весь обзор моих покупок с Египта. Всем, кому понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Всем до свидания, до новых встреч!